кошкам нужно постоянно двигаться. Игра – это одна из основных видов деятельности наших пушистых питомцев. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о игровых комплексах для кошек. Для того, чтобы кошка играла так, чтобы ей было и безопасно, и комфортно, и для того, чтобы сохранить нашу мебель, лучше всего приобрести специализированный игровой комплекс. Игровые комплексы бывают разные. Они разные бывают и по размеру, и по компоновке. Но любой игровой комплекс должен включать в себя домик. Это будет для кошки укромное местечко, где она сможет и отдохнуть, и спрятаться, и вздремнуть. Чем больше будет площадок для лазания, тем лучше. И совсем хорошо, если игровой комплекс будет снабжен когтеточкой, где кошка может будет с комфортом поточить свои когти. Можно без труда найти обивку и подобрать ее либо под свою мебель, либо под интерьер, даже можете под цвет животного. И размерный ряд очень большой. Вот от таких небольших игровых комплексов, которые хорошо подойдут как для котенка, так и для взрослого животного, до вот таких вот совсем высоких, которые даже и выше меня. Игровой комплекс не займет много места в комнате, но пользы от него очень и очень много.